Господь говорил: я иду приготовить вам дом, что там, где я буду, и вы навсегда со мной были. И заповедь новую дал, чтоб друг друга любили, чтоб не было тесно нам там, где мы будем потом. Он нашу природу уже на земле возродил, и времени много нам сам уделил для раздумий, чтоб каждый достаточно долго и крепко подумал, что вечность пойдет с ним тот брат, что здесь рядом ходит. Так труден наш путь, нам друг другу Христос поручил, что брату мог брат помогать к доброй цели добраться, чтоб слабому сильный помог при падении подняться, чтоб слезы отер, чтобы руки свои подложить. И если нам трудно ужиться с ним здесь на земле, и кажется нам, что служение его неуместно, боюсь, что в обителях неба нам будет с ним тесно. Боюсь, что нога наша не на Христовой скале. Хрупка наша жизнь, может, завтра туда перейдем, где ждет нас Спаситель в обителях вечных желанных. Быть может, мы брату чинили здесь зло постоянно, что если его там в объятиях Иисуса найдем. Так труден наш путь, нам друг другу Христос поручил, что брату мог брат помогать к светлой цели добраться, чтоб слабому сильный помог при падении подняться, чтоб слезы отер, чтобы руки свои подложить. Так труден наш путь, нам друг другу Христос поручил, что брату мог брат помогать к доброй цели добраться, чтоб слабому сильный помог при падении подняться, чтоб слезы отер, чтобы руки свои подложить, чтоб слезы отер, чтобы руки свои подложить.